Здесь йога. Здесь хочется прямо взять и запрыгнуть в сновидение, взять и разобраться, да что там за херня, туман. Видели где? Я не видел туман. Вот я, например, видел туман, вот эту стену тумана. Я уже об этом рассказывал. Я не хвастаюсь, потому что, ну и что? И мне про этот туман что-то там рассказывали в этих сновидениях. Теперь даже, вот видите, терминологически раньше я акцентировал слово сновидение, видение во сне. А теперь уже я и не знаю, что надо. Надо говорить осознание. И если вернуться к тексту Кастанеды, там тоже термин осознание, осознавание и термин видение, и все вот эти якобы синонимы, якобы говорящие об одном и том же, оказывается, имеет смысл рассматривать их отдельно. Отдельные смысловые ячейки и сектора, усекаете. Поэтому при одинаковом звучании, кстати, вот вышел Чикен Карри, вот этот Гудков, который угадал с двумя вот это «Никаких больше вечеринок» и вот это последнее «Плачу на техно», там такая еще чувиха прикольная, волосами мотыляется. Вот выпустил какой-то клипачино, ну, на мотив похода трех богатырей освобождать от Кощей и Змей Горыныча там. Вот. И в постмодернистском таком стиле понатыкано отовсюду, понадергано. Вот я там даже коммент написал. Я-то видел все эти клипы, все эти мотивы, понадергано, понащипано, но публика-то не знает, и вот они как бы пытаются это все втулить, как за чистую монету. И я что-то вам... Сейчас я такой резкий переход, потому что включаются эти мультики, да, хочется... Уже понесло меня говорить об этом. И я вроде как чего-то набрасываю, наговариваю, но цели разные. Вот она реальность постмодерна, постмодернизма, точнее. Есть облако значений, облако смысловых, кластер смысловых единиц, а маршрут вы выбираете сами. Естественно, то, куда вы придете, уже, в принципе, тоже зависит от вас. А я тут пытаюсь вам проводником, закосить под проводником. Вот так вот я вот эти все сейчас... Вот это тесто, которое у меня начало лезть из кастрюли на все темы. Так вот я его придавил. Я вам неоднократно говорил, любое самое сложное, красивое описание мира, оно не изменит этот мир и ничего вообще не меняет. Вот единственное, что можно как бы приобрести понимание, какую-то мотивированность и продолжить делать эту духу уже осмысленно. Может быть, даже осознанно. Слово сознание или сновидение наяву, оно символизирует даже тему пробужденности. То есть Будда, Будха, пробужденный, как обычно это слово, оккультисты расшифровывают.